Друзья, у меня важная новость. Все это время CJ скрывал от нас страшную тайну. Все эти 20 лет он пудрил нам мозги. Или сколько там существует GTA San Andreas? Друзья, сейчас вы будете шокированы. CJ не человек. CJ проявит свою настоящую сущность, если вы введете щит-код Bumble. Сейчас, друзья, вы все увидите. Наблюдайте. Оу май гад, друзья, вы это видите? Он является самым настоящим роботом, киборгом. Вы себе могли это вообще представить, что все это время мы с вами играли за самого настоящего трансформера, друзья? Который, помимо того, что он является машиной, он еще может превратиться в автомобиль. В самый настоящий, друзья, автомобиль, который может ездить и перемещаться. Секундочку, друзья, у меня какое-то радио. Все это время, когда вы заходили в GTA San Andreas, вы думали, вы играете за человека? Нет бы, нет, друзья, нет, нет, как бы хрен бы там. Вы играли за самую настоящую опаснейшую машину, вооруженную до зубов. Он может, друзья, трансформироваться даже в самую настоящую машину для убийства. Только посмотрите на это, что он может вытворять. Боже мой, летающий! Боже мой, слушайте, это как из GTA 5, и там такие же машины какие-то были, я помню. Слушайте, друзья, это очень эпично и невообразимо и немыслимо просто, я не знаю, как что еще объяснить. Друзья, причем на этом не заканчиваются наши возможности, он еще сам по себе может, друзья, стрелять, если сесть на землю. Давайте сейчас сядем, кстати, посмотрим. То есть мы опять трансформируемся назад, мы превращаемся в киборга, и смотрите, что он, друзья, может делать. Смотрите, что творит эта машина для убийств. Это просто секс-машина самая настоящая. Металлическая. А, хочешь провести время, дорогой? А, это какой-то кибернетический секс, что это? В смысле? Подождите, она может сюда сесть? Подождите, женщина, вы можете сюда сесть, реально? А как ее подозвать? Мне просто интересно, она в мою машину сядет? И что будет? Вот, хочешь провести время? Да, я хочу. А что нажать-то? Подождите. Вот, смотрите, она пошла. Она пошла, пацаны, она пошла. Подождите. А сейчас мы... Нет. А, она закрыта, машина. Слушайте, а вы прикиньте, если бы она села? Она бы села к нам, мы трансформировались бы назад в киборга. И что было бы тогда, мне интересно это посмотреть. Это было бы какой-то... А почему они все одинаковые, смотрите? Они здесь повсюду... Исчезла вообще, женщина исчезла. Это что за магия? Дэвид Копперфильд, может быть? Катаны, у меня есть замечательная идея взять и слетать на военную базу, на зону 51, там, где по легендам находятся инопланетяне-пришельцы, и как бы устроить там небольшой такой замес вместе с нашими товарищами-полицейскими. И посмотреть, кто же победит в этой неравной схватке. А, друзья, мы уже, собственно, здесь, у нас уже 5 звезд, надо как-то шестую набить, но шестая, там один танк у нас поедет, поэтому это будет очень опасно и эпично. А где все-то я находится, не понимаю? С зоны нельзя с этой уходить, потому что у нас исчезают звезды, а это нам, друзья, совершенно не нужно. Бонус за двойной безумный трюк. А где все-то, ребята? Вы что, давайте выходите? Вы где вообще? Так давайте, может быть, назад превратимся? Подождите. Давайте назад станем этим роботом. Владение обрезом. Вот они, пошли они, пацаны, они пошли. Сейчас мы их вот сколько их здесь, смотрите, они прямо сзади появляются. У них, видимо, тоже какие-то нанотехнологии, они умеют телепортироваться прямо сзади нас, вон еще сзади стреляют. Сколько их здесь стоит, да ладно! Когда будет шестая звезда? Шестая звезда не будет? Стойте, вон он летит, смотрите, вертолеты, пацаны, пошли, вертолет только очень сильно лагает. Когда я смотрю на очень большие источники света, это все из-за мода. В этой модификации, кстати, друзья, нельзя заходить в какие-то помещения, потому что сразу происходит вылет, сразу же. Возможно, это только у меня, так я не знаю. Я ссылку на мод оставлю в описании. Если хотите, вы можете сами это все проверить. И как бы потом даже написать в комментарии, вылетает ли у вас или нет. Ой, как залагало все, стойте. Ой, какие лаги, надо улетать отсюда. Стойте, надо в машину превратить, скорее превращаемся в машину и улетаем. Стойте, опять радио. Ну почему оно сразу же включается? Надо, кстати, катаны еще проверить, может ли наша машина плавать. Мы почти добрались до воды, сейчас мы это, друзья, проверим, сможет ли она плыть, если она еще и плавает, тогда это вообще здесь сидит. А, нас, смотрите, нас телепортировали. Нас телепортировали к месту, откуда мы, то есть, а если мы вот в таком виде, подождите, а если мы вот в таком виде подлетим к воде, то что? То что как бы с нами будет? Давайте приземлимся? Можем приземлиться? Нет, нас все равно. А если мы в виде робота? А если мы будем в виде робота? Робот же, это же как бы, он получается имитирует CJ, значит мы с вами сможем... Так, подождите, сейчас бы не погибнуть. Значит, мы как бы с вами сможем оплыть, как бы у него уже есть руки. Надо было в машину превратиться, потому что это очень надолго затянется. У нас, кстати, я заметил, радио работает... Что это такое? Какой-то взрыв, видели? Включаем всю эту штуку. Вот, падаем. Так, все, мы упали. Вон, кстати, еще одна машина стоит. Так, идем в воду, друзья, идем с вами в воду. Сейчас посмотрим, что у нас будет, собственно. Давайте смотреть. Мне кажется, он поплывет. Нас не должно телепортировать, потому что как бы мы же сейчас за CJ, как я уже и говорил. Поэтому мы не утонем. Так, заходим в воду. Да, смотрите, мы плаваем. Друзья, мы можем плавать. Но это же, подождите, это получается, это робот, это киборг.
Это трансформер. Почему? Он должен, мне кажется, в воде заржаветь. То есть, если он выйдет, он через какое-то время заржавеет. Это, мне кажется, как-то не совсем логично, но, тем не менее, мы можем плавать. А, друзья, я не знаю, что это такое, но здесь почему-то еще одна такая же машина, как и я, едет. Смотрите, впереди он там. Ну, видите? Блин, меня сбили! Меня сбили ОМОНовцы! Подождите, подождите. Там мой двойник какой-то уезжает. Стойте. Он куда уехал? Ну, короче, уехал куда-то. Там, короче, видели, машина такая же была, как и я. Такая же машина, как и я. Давайте немножечко всех уничтожаем. Да и, в принципе, друзья, на этом может заканчиваться. Весь функционал нашего киборга я показал. То есть он может превращаться в машину. Он может летать в этой машине. И он может... А вы сгорели, смотрите. Вон еще одна такая же машина. Друзья, и напоследок гениальнейшая идея. Давайте сейчас зайдем в дом, внутрь нашего дома с помощью трансформера. Надеюсь, что я не вылечу. Нет, мы с вами не вылетели. То есть мы сейчас с вами находимся внутри дома в форме трансформера. Давайте посмотрим, что будет, если превратиться в машину в доме СиДжея. Что вообще из этого, что будет, что произойдет? Давайте куда-нибудь сюда встанем. Так, нажимаем трансформацию. И мы где вообще, друзья? Это что такое? Владение обрезом плюс? Нет, подождите, какой... А что за маркер вон там? Пацана, а там еще один маркер. А что это за маркер такие? Пацана, а что это за маркер? Ой, я упал вниз. А ты можешь трансформироваться в машину? Трансформируйся скорее. Что с нами? А, друзья, мне кажется, мы уже окончательно забаговали. В общем, друзья, давайте оставляйте комментарии. Оставьте лайки, подписывайтесь. Что еще, вступайте в группу ВКонтакте. Подписывайтесь на Твиттер. Давайте на этом заканчивать. Это у нас была... Друзья, кажется, это еще не конец. А где мы с вами находимся? Я не могу двигаться. Подождите. Смотрите, там есть лопата, есть доллар. То есть деньги мы там можем получить. И бронежилет? В смысле? Подождите, а если мы... Смотрите, мы встали. Стопышка, подождите. В смысле? А что это за доллар? А там кто-то ходит, в смысле? Там кто-то ходит? Или что это такое? А, это баллончик, деньги надо взять, кстати. А откуда здесь вообще деньги? Друзья, мы с вами в какое-то проклятое место попали, это что такое вообще? Я вообще-то хотел снять трансформера, но, видимо, сегодня мы с вами будем снимать какие-то паранормальные... Еще доллар. Какие-то паранормальные... А, или это тоже. Какие-то паранормальные явления в GTA San Andreas. Друзья, я так понимаю, здесь кроме дверей больше ничего нету. Здесь какое-то бесконечное количество дверей. Какое-то зазеркалье самое настоящее. Боже, куда я попал? Мне уже даже стрёмно как-то. Не по себе уже от всего это становится. Какая-то проклятая версия GTA San Andreas. Проклятая версия с трансформером. В общем, друзья, здесь заканчивается. Это была GTA San Andreas. В общем, там все. Ставьте лайки, оценочки, все вот эти вот дела. Они помогают в продвижении. Хорошего вам настроения. Хорошего вам дня. И до новых видео.